7:15, всем доброе утро. Была у меня отбивная, а хлеба не было. Но зато у меня был лаваш, поэтому я отбивную порезал на кусочки. Натер сыр с улугуни, зелень туда порезал и немножко кетчупа добавил. И получилась такая шаурма из отбивной. Обжарил со всех сторон, с четырех, и все. И чашечка черно-зеленого чая у меня, я такой пью. И все, и утро удалось. Приятного всем аппетита. Девять пятнадцать, мой перекус. Сегодня у меня тыквенно-творожный пирог. Мой любимчик, очень полезный, очень вкусный. Украсил сметанкой 15% и клюквой. Чашечка черного кофе натурального Бразилия Сантос, пол ложечки сахара. Очень вкусный десерт, рекомендую. Рецепт на втором канале есть, кому надо, пользуйтесь, не благодарите. 14:00, мой обед, редкий гость на моем столе, картошка пюре, вот буквально две ложки, четвертинка курочки, запеченной в духовке. Салатик, корейская морковка, корейская капуста и сельдерейчик с маслом тыквенных семечек. Очень вкусный. И острый синенький а-ля огонек. Вот такой вот обед, сытный, вкусный и красивый. 18:00. Сегодня у меня гречка. Острый синенький огонек. И вот сверху на гречку я тоже вот это именно чесночное. Заправочка вот эта с маслом полю. Салатик мой легенький, капустный, пекинский, с яичком. И утка, запеченная в духовке. Вот она такого темненького цвета, но она не подгорела. Это просто вот у ней такой загарчик. Очень все вкусно. Сейчас в прохладное время самые удачные такие ужины. Сытные, вкусные, красивые. Приятного всем аппетита. 21:00. Мой вечерний перекус. Одно яблочко Golden и чашечка кефира. 2,5% жирности. Приятного всем аппетита. Спокойной ночи. Удачного похудения. И нас на ютубе под хэштегом Жирука5. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.